Несколько десятков продуктовых наборов получили жители села Новоалексеевское. Благотворительную помощь им оказали депутат городской думы и местные предприниматели. Подробности далее. Крупы, консервы, чай, масло. В этом пакете все самое необходимое. Семья Ларисы Токаревой получает продуктовый набор, как многодетная. Женщина воспитывает 4 детей, 2 из них опекаемые. Банку сгущенки точно на раз. И то не хватит. Ну и все равно спасибо. Тут конфеты, печенье, масло, консервы. Ну, на несколько дней, может, и хватит. Гуманитарную помощь многодетным и пожилым жителям села Новоалексеевское решил оказать депутат Первоуральской думы Дмитрий Маштаков. Визит народного избранника с подарками для каждой семьи становится сюрпризом. Список тех, кто нуждается в помощи, составляли в администрации сельского территориального управления. Помогали и сами сельчане, знающие проблемы своих соседей. Запустил призыв в сети интернета, конкретно ВКонтакте, с просьбой о том, чтобы люди, живущие в Новоалексеевке, делились адресами тех, кто конкретно нуждается в помощи. Сейчас у нас порядка 30 адресов. Собрать продуктовые наборы депутату помогли местные предприниматели. Кто-то выделил деньги, кто-то непосредственно продукты. Обязательно с длительным сроком хранения. Мы скомплектовали 28 продуктовых наборов и передали их Дмитрию для того, чтобы он помог, ну, развез людям. Там продуктовый набор в пределах 600 рублей получается. Помощь нуждающимся жителям своего избирательного округа не будет разовой, заверяет депутат. Для этого Дмитрий создал сообщество в социальной сети ВКонтакте. Присоединиться может каждый. Помочь с доставкой наборов, предоставить продукты или просто рассказать о нуждающихся первоуральцах. Елена Пряхина, Александр Захаров. Новости. Первоуральск.